это мало кто знает. Вот это вот солдат Первой мировой войны, ну, поздняя вещь. Смотрите, гранаты бывали разные. Сейчас вот эти вот, граната большая, там ручка, и пока еще не выложил. А вот эти вот были гранатки маленькие, яйца. Короче, вешали на грудь, вот, и шли на штурм. Брал, выдергивал гранатку и кидал в блиндаж. И там, это из-за того, что он безоболочечный, взрыв, и там сознание люди теряют. А потом приходили, дубинами добивали. Вот, дубиночку, вот. Посмотрите, видите, шипами обитая. Вот, давайте мне ее в руку. Вот это, да, вот. И дубиночкой добивали. Вот, представьте себе. Ну, это чисто такое, армейское. Вот, и этой гранаткой специально их носят и выдирает, терочный взрыватель у нее кидается. А щиток вот это он зачем вообще? Во-первых, много гранат, вот, висит на ней. И просто, когда терочный взрыватель взрываешь, она начинает шипеть и скрыть. И чтобы на тебя не попало, она вот эта бронепластина. Угу. Вот, от этого самого. Че гранат, которые были в Первую мировую войну. 5,5 секунд подписано. Потому что после терочного взрывателя она не это. Она взрывается через 5,5 секунд. Не 4,5, как раньше были на Вторую мировую войну, а на 5. Вот. Да. И там еще, смотрите, из этих гранат можно было связать эту, как ее, эту штуку отвинчивается и составляет из них как бы это, связанные.